Ребята, всем привет! Я на пляже Баларо в Пунта-Кане. Сегодня первый день нашего отдыха в Доминиканской Республике. И первым делом, когда мы проснулись, мы собрались и поехали на пляж. Ну что, Анна, обещанных градусов нету, конечно. Нет, никто не хуя. Ну как-нибудь. О, тут пальмы такие на фоне неба. Ну опять солнца нету, да что ж такое, нам не везет нифига. О, смотрите, какие водоросли, какие водоросли. А наша Анна что-то нашла, а ну покажи, что ты нам нашла? Что ты там нашла? Что ты там нашла? Водоросли тут полно, купаться невозможно, из водорослей тут уплываешь, как бабаюшка. Ну что скажете? Океан. Океан. Океанный. Пляж пляжный. Пунта-Кана Пунта-Каны. Пунта-Кан настоящий. Пунта-Канный. Пунта-Кановая. Полная Пунта-Кана. Днище? Или нет? Не, ну не днище это сильно, но Пунта-Кан. А лодка большая, да? Вот они, водоросли знаменитые. Ребята, пошел дождь, прикольно. Вот пальмы подмывает так. Thank you.
Ну что? Все, пойдем. Сейчас достану. Да хватит два, Анна. Хватит деньги разбазаривать. Тут вон сколько магазинчиков. Магазинчиков много. Вон тебе и вышка, как возле такой вышки. И у тебя нету связи, Анна. И нету связи возле такой вышки.